Международный союз общественных объединений ветеранов пограничной службы стран СНГ был образован 25 лет назад, а потому встреча юбилейная. На повестке дня несколько вопросов: подведение итогов, определение вектора дальнейшей работы, обмен опытом развития ветеранских организаций. Участники разговора обсудили взаимодействие между собой и с действующими пограничными структурами, говорили и о насущных проблемах деятельности организаций. Наши ветераны. Многим нужно помогать. Раненые, инвалиды. Не все живут в достатке. Многим нужна медицинская помощь, социальная поддержка. Поэтому это главная наша задача. Эти проблемы мы решаем, в том числе и опираясь на административные и финансовые возможности пограничных ведомств. Все, кого объединила встреча, неплохо знакомы друг с другом и прекрасно помнят то недалекое время, когда они охраняли государственные рубежи одной страны. Среди присутствующих герой Советского Союза Виталий Бубенин. Говорит, собравшихся генералов помнит еще лейтенантами. Мы дружим, мы поддерживаем отношения, наше пограничное братство, ответственность за родину. Это у нас в крови, поэтому вот так народную дипломатию свою продолжаем. Я думаю, что это на пользу нашим странам, на пользу нашим народам, на пользу укрепления мира, безопасности. Члены сообщества осуществляют материальную и моральную поддержку ветеранам пограничной службы. Кроме этого, активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи.